балаклав. Ведь первое поминание о балаклаве было еще в Илиаде у Гомера в Одиссее. Только они попали в зимний шторм, но скоро дошлись, море ступилось, им открылось тихое дальше. Вот оно, вот, ребята, я дорожу. Так вот такое дата, видите? Это же как раз у Дмитрий Балаклав и Эдис. Он как раз ходится прям таки, он разъезжается. Пухты, как я говорю, канализации нету, все, пухты красные. Он циркулирует, там не сильно ощущается. То есть органика, он не растворяется, ведь тут сидит и перемалывает, а так вообще пухты уже высыпаются. Здесь на цвет воды, видите, но здесь их какой-то там не высыпали, что там голубая. Да. Это одна из основных проблем балаклавы. Сейчас играется прям по-русски, сейчас будет стоить за 400 рублей, никто не обслуживает. Да, она верна. Частично не вот делать первое линия домов, носить набережно на 7 метров там. Ну, очень глобальный проект, на самом деле. Этот проект, как Яхтина Марина, будет реализован до 2030 года. Что, как время есть? Пока мы будем смотреть, я сказал, форме какой-то барашка, кто будет как спуск охранять. Кто-то барашка сидит, кто-то уже очень скоро. Сейчас будем заходим, скалы, видите, начали словно сходить, когда прямо съезжаться, и тут закрываться. Давайте говорим, как особо никто так и не живет, без подозначений, так и не вспомнил. Они рассказывают, что это будет для старого дома, для отдыха, я как мэр. Я буду, кто здесь вполне комфортно будет расположиться.